Попытки руководства Вашингтона отгородиться от внутренних проблем страны, поднятой здесь антисоветской шумихой, судя по всему, оказывается все же безуспешными. Нагнетавшиеся страхи по поводу так называемой советской угрозы в Персидском заливе все больше отодвигается сейчас на задний план. И со всей отчетливостью вырисовываются другие, не надуманные, а подлинные угрозы для американцев. И многие открыто заявляют теперь, что не в Персидском заливе эти угрозы, а в самой Америке. И главное среди них – катастрофическая инфляция. Еще 2-3 месяца назад ее рост был на уровне примерно 13,5% в год. И это считалось бедствием. Сейчас рост инфляции превышает 18%. Также быстро растет и стоимость жизни. На жилье, на товары, на транспорт, на все стремительно растут цены. Их трудно даже запомнить, так быстро они меняются. И растет недовольство американцев. Людей уверяют сейчас, что главная причина инфляции – высокая стоимость горючего. И мало кто верит этому. Главная причина, конечно, в другом. Она в огромных расходах, которые идут на вооружение. За это и расплачиваются растущими невзгодами десятки миллионов американцев. Расплачиваются за безудержную милитаризацию.